рыло. Чё читаем? Учебник по экономике? Её же нет в школьной программе. Так её и в стране нет. Я скоро буду отцом, придётся зарабатывать деньги. А как зарабатывать деньги, если я не знаю науки о деньгах? А как папа? На все свадебные деньги купи турецкой жвачки, чтобы потом у всей семьи-то слиплось. Дедечка, ну не за завтраком же. Яночка, ты что делаешь? Тебе нельзя жирно? А мне можно. Я просто, ну, не... Я просто не знала. Милая, в первые недели формирования плода надо очень внимательно следить за своим питанием. С языка сняла. А виноград приводит к избыточному весу малыша. Ну, ты же не хочешь тяжелых родов. Ой. Извините, я первый раз. Ну, понятно. Не надо там много красителей, консервантов. Затруднит работу почек и печени. Вы мне тогда скажите, что мне можно. Да многое можно. Много. Круп очень хорошо. Крупы хорошо. Компоты, морсы. Морс очень хорошо. Угу. Кефир. То есть из того, что мне можно, я сегодня не попробую только морс и кефир, да? Что ты пьешь? Чай. Пей. Всем приятного аппетита. Сахаром? Без. Нормально. Особенно нашей будущей маме. Ян, предлагаю начать с компота. Мама такой сытный компот готовит объедение. Держи. Ну что, пап, как тебе во все тяжкие? Слушай, когда учитель вместе с учеником производит наркотики, это не педагогично. Поэтому сериал так и называется. И вообще, я в шоке, что ты смотришь такие сериалы. Это же разврат. Слушай, Эль, его посадят, нет? А, все-таки подсел. Сам смотри, я спойлерить не буду. Спойлерить. Гамлет Давидович, наш сок. Спасибо. А, Катенька, ты знаешь, я тут подумал, слушай, у нас дом какой-то очень большой, ты, наверное, очень устаешь. Тебе надо отдохнуть, развеяться. Ну. Так обычно говорят, когда хотят уволить. Ой, ну что ты, не. Просто я хочу дать тебе отгул. Пойди куда-нибудь, в гости, например. Кому в гости? Хотя бы к Ивановым. Ты же у них долго работала, ты же у них почти как родственник. Посмотри, что там, как. Может быть, Антон Павлович затевает новый бизнес на мои деньги. Так мне отдохнуть или... Или... А я тебе премию выпишу. 50 000 за наблюдательность. Лик, меня тут мужики в баню позвали. Можно я съезжу на пару часиков? Знаю твои пару часиков. Уснешь опять в электричке и уедешь в какой-нибудь старый оскол, чистенький. Да не буду я пить, клянусь тебе. Может, пару-тройку кружек пива, чтоб вкус не забыть. Вопрос закрыт. Пап, слушай, мне тут 2000 нужно, не выручишь? Ха-ха. Меня кто такими деньжищами выручил? 500 могу. Супер. Я вообще на 300 рассчитывал, но специально попросил больше. Понял. Короче, слушай, экономика. Понятие запаса. Учитывая издержки, закладывают большую сумму, чтобы получить желаемый результат. Вот ты типа хочешь на пару часиков проси на вечер? Идея хорошая. Ну а что? Раз просто не бьют нос. Ну, в случае с мамой я бы этот риск не исключал. Вот и оно. Холостяцкая жизнь. Классика. О, сосисечки. Муравьи! Сколько вы сказали? За вшивую дезинфекцию, это что ж получается, ко мне сам лично мэр приедет муравьев давить? У нас самые низкие цены в области. На послезавтра выезд бригады оформляем. Девушка, милая, я послезавтра не смогу принять бригаду, потому что меня к этому времени уже сожрут. Я сам все сделаю. Короче, Оганян предложил мне 50 000 за то, чтобы я сливала информацию про Антона Павловича. Ну, я, естественно, отказалась. Молодец, Катюха. Мы своих не знаем. Я солью информацию дешевле,
скажем, за 49 тысяч. Ладно. Стоп. Сначала информация. Итак, в какой бизнес Антон вложил мои деньги? Ни в какой. Если это вся информация, я положу 100 рублей тебе на телефон, все мы в расчете. Я ж тебе рассказываю, он банкрот. Из-за него мы на этой вшивой даче живем. Сортир на улице, а у меня почки. Может, добавишь на почки? Подожди, Антон действительно банкрот. Так я о чем тебе толдычу? Слушай, а куда он дел мои 10 миллионов? Ну ты сам покумекай, куда картежник может их деть. Я понимаю, тебе нелегко дается ограничение в питании, но это же ради ребенка. Поэтому мы поступим так. Мы увеличим дозу, чтобы ребенок еще до рождения эту кашу возненавидел. Нет, мы вместе сядем на диету. Вместе же и веселее, и проще. Да? Ли! А? Слушай, у меня вечером товарищ на день рождения пригласил. Можно я схожу часиков на 5-6? А твои часики-то не обнаглели? 2 часа и домой, понял? Это что сейчас в реальности произошло? Ну? Это, стало быть, я могу... Можешь. Я сейчас свободен. Рыбалка, охота, футбол. Чего ты раньше-то экономикой не увлекся? Ты, главное, пап, запомни, сейчас самое важное. Ну? Ты до вечера с мамой должен быть очень внимательным. Не косячить. А, в смысле, придется попрогибаться. Давай назовем это поухаживать. Даже как-то неудобно говорить о бизнесе не в бизнес-классе. Ну, согласен. Но это я так пока на время взял в прокат. О каком бизнесе ты хотел поговорить-то? О нашем. Антон, я понимаешь, я до сих пор не знаю, куда ты вложил мои деньги. Эх, как дольщик, ей-богу. Я понимаю, Гамлет, ну, деньги вложены в... Извини, пожалуйста. Да, слушаю. Да. Химию, да, доставку, да. Все правильно. Скажите, пожалуйста, а там концентрат или нужно... Все, прекрасно, отлично. Зря, наверное, я его на этот день рождения-то отпустила. Сколько уж времени-то прошло? Где твои дивиденды-то? Мам, давай еще раз. День рождения – это твое вложение в проект. А дивиденды, поверь, не заставят себя долго ждать. Дай. Лет. Закрой рот, открой глаза. Чего? А, то есть наоборот. Да ладно, что ли, Леш, ну что ты сейчас это? А, да. Леш, а с ума, что ли, сошел? Ничего, прям. Просто люблю тебя. Картошку мне надо почистить, забыла вот. Посиди, я начищу. А вот и дивиденды. Кому это ты так радостно машешь? А это мой инструктор по вождению. А, ты, наверное, город с первого раза сдал, раз инструктор тебя... Так, с языком. Лан спалила. Мы это... Мы с ней встречаемся. Она ж тебе в маму годится. Да? Подожди, где ты с ней вообще познакомился? Ну как где? Привет. Привет. Тебе сколько лет? 18.5. Но раз с половиной, может, выпьем? У тебя глаза красивые. И у тебя. Если бы она отстегивалась, я бы тебе их подарила. А? Но родители, естественно, не в курсе. Естественно? О, я смотрю, ты втихаря от мамы это сладеньким балуешься, да? Давай так. Ты ни слова о батончиках, а я о твоих тайных курсах вождения, хорошо?
Ладно, ладно. Эй! Ян, а зачем ты в магазин ходила? Я просто это... А это я попросил купить, да. Стоял, ждал, пока принесет. Спасибо, Яна, очень выручила. И чем он тебя так выручил, ты? Батончики. Вот. Что-то так на сладенькое пкнул в последнее время. Ты его на хавчик пробила. Так, от легких наркотиков бывает. Не, ну я сам-то не пробовал. Так просто говорят. Ну, если это наркотики, то я его убью. Вит, стоп. Подожди. Давай лучше я сам с ним поговорю. А то ты так сейчас убью, сказал, даже я вздрогнул. О, пап, слушай, а ты не видел мой учебник по экономике? Не только видел, я его досконально изучил. В туалет, что ли, брал? Неважно. Твоя схема дала сбой. Я пошу. Пупок надрываю ради шивенького дня рождения в гараже, а мои инвестиции малоэффективны и не приведут к желаемому профиту. Угу. Короче, новая схема. Экономический гамбит. Чего-чего? Учись, экономист. Есть мероприятие среднего уровня. Посиделки там разные, поминки, баня. Так вот я на них не иду. Говорю, что лучше пробуду с Лидой. Зачем? Чтобы сорвать куш. Рыбалка на сазана через неделю, на 3 дня. Ты зачем это нарисовал? Это визуализация цели. Ну, там еще книжка по мотивации в туалете была. Твои батончики. Спасибо. Больше тебе отсюда ничего не надо? А, да, там кое-что это не для меня. И для кого же ты взял такие тонкие сеточкой, придающие уверенность и комфорт на целый день? Для Эльки. А чего они до Эльки на крылышках долететь не могли? Она стесняется. И чтобы туда не ходила. Мне кажется, даже ты уже поняла, что не получится удачно соврать. Ладно. Все равно я уже устала держать это в себе. В общем, я не беременна. Охренеть. И давно? В смысле, как так? Вот так. Я это придумала, чтобы быть с Данилой. То есть ты не из-за перловки психовала? Не только. Мне 16, а я ушла из дома из-за вымышленной беременности. И что делать будешь? Не знаю. До ЗАГСа тянуть. Только никому ни слова. Ну, ты тогда тоже про мою сексуальную связь с взрослой женщиной тоже? Я-то не расскажу. Но вот только из тебя самого все это лезет. Лыбу прибери. Если что, прикрываем труту. Вань, хотел тебе сказать, если тебя что-то гложет, то ты всегда можешь... Прости, возьми с головы. Алло. Котик, привет. Привет, Костик. А, ты не один. А я одна, и у меня свободное время есть. Не хочешь приехать? Да, конечно. В последнее время вообще без этого никак. У меня 3 часа. А, ну это немало. Но думаю, я смогу тебя выручить. Сейчас подвезу, только деньги тогда через неделю вернешь. Еду. Вань! Пап, потом. Ну и какие у него тут дела? Белок на чучело ловить? Сейчас узнаем.
Вот он, синий мед. Чего? А все толчки на нем сидят. Это такая, знаешь, мощная дуть. Я ничего не понял. Но звучит страшно, как атеросклероз. Я тебе потом расскажу, это из сериала. Сынок, молодец. Благодаря твоей экономике я добилась того, чего 20 лет не могла добиться. Твой отец ходит как шелковый, все в доме он переделал. Знал бы Адам Смит, отец экономики, что в Венеции трудов мытый пол. Пол? Да он здесь все переделал. Сейчас надо вот добиться, чтобы он сарай расчистил. Там делов дня на два. Ты понимаешь, нужен этот повод, как его, инвестиции. Вот он меня попросит, чтобы я его куда-нибудь отпустила. Я его отпущу, а сама попрошу дивиденд, этот сарай. А если папа не... Слыхали? Герка-то новую тачку купил. Обмывать завяз. Обмывать? Да только поезжай. Да не, ну что я пойду? Я лучше с тобой дома побуду. Отдохнем, поваляемся. Ну, это, ну в смысле с тобой побуду? Ну, я дома все переделал. Только ты и я. Да не хочу я ты и я. У твоего друга радость. Иди, выпей с ним. Я что, не могу дома с женой побыть? Ну, есть какие-то вещи поважнее. Обмыть машину, например. У меня нет ничего важнее жены. Да! Олегка, привет. Здравствуй, Гер. Здорово. Ледок, подшаманишь джинсы, а? Между ног протерлась там. Лёхач, в общем, через неделю у нас азана не получится. Поехали завтра. Если Лидка тебя отпустила, что? Куда я тебя отпустила? Ты что, забыл, что ли, что я тебя отпрашивался? Вечно не слушаешь меня. Конечно, поедем. Заодно тачку твою обмоем. Че, какую тачку? На электронике, как всегда. А, я, кажется, начинаю догадываться. Значит, ты меня обманул, что Герка-то машину купил и не хочешь ее ехать обмывать, чтобы я тебя на рыбалку, что ли, отпустил, а? Да потому что ты меня затюкала. Затюкала я тебя. То нельзя, это нельзя. Пришлось даже у Даньки экономическую схему брать, чтобы хоть куда-то вырваться. Ты тоже, что ли? Дань! Даня? А я смотрю, у нас в семье баланс. Один вундеркинд-манипулятор, другой раздолбай с придушенной улыбочкой. Точно, Ваня. Сейчас пойду с ним вопрос решу, а потом Даню найду. Да. О, в смысле Иван продает наркотики? Ну а что? Все время улыбится, как будто под чем-то. Сладкое жрет, как не в себя. Деньги появились. Слушай, тебе бы с ним поговорить. Ты все-таки для него больше авторитет. Ну да, наркотики — это не шутка, конечно. Медлить нельзя. Руки! Ты ничего не хочешь мне рассказать? Привет. О чем вы? Ра, о том, как ты мои 10 миллионов, которые я тебе как брату доверен, вложил в наркоту. А сам такой чинный, благородный, а? От шельма. Какую наркоту? Вот в эту. Или ты думаешь, я не знаю, чем люди в своих трейлерах в пустыне занимаются, а? Хайзенберг. Я здесь ни при чем. Я вообще по ягоды пошел. Еще в августе. Что, собственно, происходит? Вот он. Отца с матерью стравил и рад. Сидит, книжечку читает. Да кого я стравил? Вы и так постоянно ругаетесь. А ты же на нас свои экономические эксперименты-то ставил. Какие эксперименты, пап? Все эти формулы несут исключительно позитивный месседж. Надо уступать, идти навстречу, терпеть, ждать. Только на вас почему-то это не работает. Ага, ну ты поучи-ка еще нас, да? Смотри-ка. Ты прав он. Леш, что ты там хотел-то? На рыбалку? Езжай. Ну, ты ж просила сарай почистить, да? Ну. Вот. Другое дело. Намного лучше. Ну, давай, показывай фронт работы. Давай, давай. Господи! Ты доигралась?
Специально, что ли? Да нужна мне больно твоя палка. Спиннинг мне сломал. Да не надо ставить мне специально. Специально. Рыбалка зимней, так что все равно поеду. Идиотка. Иди давай. То есть вы проводили дезинсекцию? Да. А ваш друг решил, что вы наркотики варите? Как в этом, ну как, во все тяжкие? Ну, видимо, да. Меньше сериалов смотреть надо. А то он шубу наденет, вы решите, что он стал лордом Винтерфеллу. Всего доброго. Всего доброго. А, извините, товарищ лейтенант, а вы не по его вызову приехали? Да нет. Мы хотели спросить, как к рыбацкому домику проехать. А. У нас там у друга. Ага. В общем, спецоперация. Понятно. Ага. Я извиняюсь, а к рыбацкому домику вам туда? А почему с мигалкой, стесняюсь спросить? А она у нас не выключается. Как заведешь, сразу орет. Антон Джан, ну прости. Ладно, всякое бывает. Ну, кстати, может, и зря не вложился. По телеку сказали, продажа наркотиков – самый прибыльный бизнес. Не смешно. Черт, Ваня! Не так быстро, молодой человек. Объясни к нам, пожалуйста. А ты что все время улыбишься, а? Как сторож в женской бане. Это настроение просто хорошее. Ну и? А что, нельзя, что ли? Нет, просто хорошее можно. Вот ходить с выражением лица, как будто ты местный дурачок, подозрительно. А чего пристали-то? Я просто... Просто Ваня очень рад, что у него появилась новая девушка. Да? Да. Да. Ну, да. А чего ж ты нам раньше не говорил? Ну, он стеснялся. Она старше его. Как? В университете учится. Да, на первом курсе. А деньги-то у тебя откуда? Да. Он заработал, чтобы свою девушку в кафе сводить, да? Вот. Только, ну, слушайте, а я тоже... Ты что, Слав, Катой связался, а? Не я тебя его! Спрашиваю! Нет, Антош, ну ты что, какие наркотики-то? Антон, ты борщишь. Как ты мог такой подумать-то, а? Так ты же мне... Ты же... И... Приятного аппетита. Спасибо. А знаешь, Ян, я на первом этапе тебя поддержала, теперь тебе легче. Так что давай сама. Вот твои 10 миллионов. Не, ну что ты, держи, они тебе сейчас нужны. Отдашь, когда сможешь. Так я сейчас могу. Сейчас их Милана все равно потратит. Давай считай, что это заначка от Милана. Спасибо. Спасибо, дружище. А, да. Нет. Там у меня в супермаркете появилась вакансия. Если бы она отстегивалась, я бы тебе ее подарила. А? Хорошо. Повеселились. Может, как-нибудь повторим? Не думаю. Я не продолжаю отношения, начатые в барах. Хотя...